Здравствуйте. Очень жарко у нас. Может быть, дождик пройдет. Выставок сейчас нету, выезжать мне тяжело. Я себя в жару плохо чувствую теперь. Когда-то на все было наплевать. Тут на участке рыба есть. Ну, чайки точно рыбой питаются. Сейчас их не видно, но они вот тут постоянно кружатся. Вот у нас такой вот. Это в парке Ростокино. Дачу я пока не снимаю. Пока снимаю вот прогулку с собаками. Все у меня есть наработки. Сейчас все будет. Тут вот так все заросло, сегодня пятница, 21 июня. Там вот траву косит. Клумбы в этом году что-то сделали. Тут медведи стояли зимой. Звезда в мае. Пока ничего нет. Дождей нет у нас в Москве и под Москвой. Боится, да? Это две актрисы. Кто? А, ты снимаешь? Жарко. Жарко. Ну, может быть, дождь будет. Что-то не соберется. Нельзя. 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 Я вообще на даче сегодня была, с утра я думала тоже. Здесь трава не косили. Тут кабан. Кабан. У нас тут липы. А вот здесь подкошено. Ну, здесь не огород, тут они не мешают. Ну, на огороде у нас птицы. Вон птицы, говорю. Что, не видишь? Вижу, я снимаю. Завтра 22-е. Здесь у нас 13-й дивизии Ростокинск. Память.
за Москву. Что это цветы такие? Где? Вот спиреи. А, спиреи? Да. Разновидности. Вот тут такие птички. То ли дрозды. А на дачу клубнику едят. Вот. А тут вот. Ну, тут люди отдыхают, загорают. Зимой вот тут с горок катались. Летом вот так. Вон там. Видишь, вот храм строят. Новый. В общем, вот так вот. Травой пахнет, но интернет запах не передается. Все замечательно, даже и нет. Всем спасибо. Тут работают техника вручную. Всем спасибо, всем пока.